Смотрите, это так называемый автомат-привод. Стреляет он вот так. Не бойтесь, это ничего не страшно. Все, закончились патроны. Это 30 патронов в каждом магазине. Магазин это вот это. А через 3 секунды автоматическая перезарядка, и можно снова в бой. Работник трубопрокатного цеха номер 1 Северского трубного завода Иван Попов и один из лидеров патриотического клуба «Бригада» сегодня со своими единомышленниками по движению прибыли в детский приют. Иван говорит, что детям надо дарить внимание и радость. Их надо увлекать и поддерживать. И вот сегодня здесь развертывается командная игра «Лазертаг». А можно испытать уже? Нет, пока. Испытать? «Лазертаг» пришел в Полевской 3 года назад. Просто однажды Иван Попов и его друзья-трубопрокатчики, как обычно, пришли в подшефную школу номер 13. Это был увлекательный турслет. Когда я от младших детей услышал нехорошие слова про нашу историю, там они кидали зиги, так называемые, плохо выражались о русском народе, я подошел к ним, спросил, что такое, вы знаете, чем вы занимаетесь? Они мне ответили, нет. И у меня в душе что-то ёкнуло. Я понял, что если мы ими не будем заниматься, то кто будет заниматься? Теперь о военно-патриотическом клубе «Бригада» в городе заговорили. Ведь его участники умеют устроить для детей разных возрастов не только пострелушки, но и провести военно-спортивную игру или провести ребятишек по увлекательной полосе препятствий. Научат их не только вот играть, бегать, развлекаться, да, но и какие-то такие моменты, скажем, воспитательные, то есть порядок, дисциплина, соблюдение определенных правил. Это же тоже немаловажно воспитание. То есть, да, и работа в команде. К нам обращались директора школ, просили посмотреть вот, за определенными детьми, попросили с ними позаниматься, раз у них были проблемы в поведении, были даже, не будем скрывать, приводы в милицию. Мы начали с ними заниматься. И тьфу-тьфу-тьфу, они исправились, и они сейчас очень активное участие принимают уже в организации этих мероприятий для других детей. Сегодня в Центре помощи семье и детям развернулись настоящие баталии. «Лазертаг» увлек 2 команды мальчишек и девчонок. Красные и зеленые с азартом шли в наступление, отступали и снова шли в бой. За час игры они нагуляли аппетит и поняли, что такое командный дух. Готова! Ты видел? Я ее с выстрелом вынес! Иван Попов и его товарищи из военно-патриотического клуба «Бригада» в ближайшее время побывают в других детских коллективах. Школьное лето длинное. Детям нужно внимание взрослых. Ольга Фролова, Алексей Крепанов. Новости. Твой день.